Настал долгожданный день, мы практически два месяца провели эти вместе, два раза в неделю встречались, вот, даже были какие-то бонусные уроки, поэтому, потому что мне не хотелось с вами расставаться, но Новый год скоро, в общем, пришлось, к сожалению, расстаться. Я надеюсь, что не навсегда, что мы будем постоянно контактировать. Я вам обещаю, что та группа в WhatsApp, куда я вас включил, всегда открыта для ваших вопросов. Я постараюсь всегда оперативно дать обратную связь. Вот, обращайтесь по любому поводу, все, что касается технической части, я всегда постараюсь вам помочь. Вот. Ну, а теперь давайте, я хочу включить это свидетельство о окончании курсов по управлению проектом, автобусному ремонту Назитиновой Эльвире Римовне. Поздравляю с окончанием успешного курса. Пожалуйста, это тебе. Все, ура. Настоящий свидетель обучается Соколову Михаилу Николаевичу. В этом потоке был единственный мужчина, который очень здорово нас порадовал своим юмором, своим участием. Всегда интересно. Да? Спасибо вам. Спасибо, Михаил. Держи, заслужил. Спасибо. Спасибо большое. Еще будем видеться. Класс. Значит, настоящий свидетель обращается к Констанц Екатерине Николаевне. Екатерина, спасибо, что ты была с нами. Вот, я надеюсь, что мы с вами с тобой тоже будем еще общаться, несмотря на то, что ты немножко другой профиль, что ты посещал для того, чтобы делать ремонт в своей квартире. Вот, я уверен, что тебе это пригодится. Всегда на связи. Поздравляю. Спасибо. Анатольевна получает свидетельство о прохождении курсов управления проектом. Поздравляю, Елена. Надеюсь, тебе пригодится, ты уже практикующий дизайнер, и я уверен, что ты будешь обращаться к этим дизайнерам каждый день. Обязательно, спасибо. Все.